акция для тех, кто начал жить отдельно от родителей. Для начала запомните, не дерзите своей маме. Мам, я уже взрослый человек, я сама разберусь, не лезь. Потому что настанет тот момент, когда вам понадобится ее помощь. Че за хрень? Мам! Теперь распределите обязанности по дому. По-моему, все по-честному. Готовить еду не обязательно. Блин, кажется, шпроты с творогом были лишние. Да и вообще, жить одному – это значит делать все, что угодно. Младший лейтенант! А еще могу подругу пригласить. Да я вообще без трусов могу ходить. Только убедитесь, что вы проводили всех гостей. Под старой Ивою течет ручей. Течет ручей, бежит ручей. И я не чай, и ты не чай. Мужской секонд-хенчик. Стоп. Отлично. Стоп. Стоп. Я одинокий бродяга, любви Казанова. Наконец-то мы будем жить вместе. Я тоже так рад. Будешь фант? Нет, вообще-то я на диете. Ну, как хочешь. Всем приветики! Это мой первый день в Дагестане. Всем привет, и это моя вторая неделя в Дагестане. Всем ассаляму алейкум, и это моя третья неделя в Дагестане. Всем салам алейкум. Это моя четвертая жена теперь, короче. Все. Выключай по-братски. Дорогие друзья, ассаламу алейкум. В общем, вот, женился я на русской. Вот, вы меня отговаривали. Все очень замечательно. Готовит не хуже, чем дагестанка. Очень вкусно, убирает постоянно. Мне очень нравится. А ну, посмотрите, какую прелесть она сделала. Жена, иди сюда. Расскажи им вообще, как ты там приготовила рецепт. Все очень просто. Смотри, картошечка, морковка, свининка, шампиньончики, лук. Вкусно, да? Дорогие друзья, ассаламу алейкум, вот вам дагестанский лайфхак. Это моя жена. Чего ты хотела? Я хотела больше времени проводить с подругой. Правильно. Я решил твою проблему? Решил. Знакомьтесь, это моя вторая жена Сакинат. Подруга ее. Джалил, я не это делаю. Сакинат, добро пожаловать в семью. Ассаламу алейкум. АСМРчик. Кушать. Мешать. Первое правило. Молчать. И не блевать. По-моему, это морской мел.
Назови мне, пожалуйста. Короче, это глина. А это вкусно. Каждый день вот такой. Приятное послевкусие, да? Это новая скал. Я, по-моему, зуб себе сломала. О! О, неумеха. Козёл! Просто я его любила! Мне нравится, как ты смотришь. Он такой более пористый. Ой, более пористый. Отлично.